Всем привет, вы на канале Gamer Wolf. И сегодня я покажу вам игру под названием Bugs Bunny Crazy Castle. Давайте немножко поиграем в эту игру. А смысл игры заключается в том, что вы должны собирать морковки на карте. И нужно бегать так, чтобы вас не споймали, я так понимаю, это койоты. Управление здесь не из лучших, я вам скажу. Оно какое-то скользкое даже. О, можно сбрасывать на вот этих койотов разные вот ящики, там сейфы и тому прочее. Эта игра похожа на игру, я бы сказал, Лодрунер. Блин, ну вот управление здесь, да, не такое уж хорошее, я бы сказал. Там, по-моему, можно как-то наверх же забраться. Ладно. Я так понимаю, здесь враги не появляются вновь, когда их как бы убил, да? Вот это мне очень нравится в таких играх, когда вот враги не респаунятся. Опа. Ну. Отлично. Уровень пройден. Вот такой вот был маленький обзор на игру. Всем пока.